Все течет, все меняется, не стоит на месте и отечественный судебный конвейер. Уже в текущем году стальные клетки для подсудимых заменят на стеклянные боксы, а суды в буквальном смысле станут электронными. Граждане смогут отправлять все необходимые документы и исковые заявления напрямую в суд, не выходя из собственного дома. Данные будут регистрироваться и попадать прямиком к судье. Личное присутствие потребуется только в день заседания, да и то не всегда. Некоторых арестантов, например, в суд будут доставлять не под конвоем, а по проводам. Уже установлено в городских судах, апелляционном суде и СИЗО, следственном изоляторе, оборудование видеоконференц-связи, что даст возможность значительно упростить доставку подсудимых в суд, потому что на сегодняшний день в городе Одессе есть большая проблема. Не хватает конвойных машин, не хватает конвоиров для того, чтобы каждый день доставлять подсудимых в суд. Сакраментальное библейское «не судите, да не судимы будете» – это не про них. У судей Одессы и области дел и уголовных, и административных хоть отбавляй. На каждого в среднем приходится по 64 в месяц. И это еще немного, утверждают статисты. В позапрошлом году этот же показатель был в полтора раза выше. Но невзирая ни на что, судебная арифметика 2012-го поистине астрономическая. Зокрема, судами розглянуто 63 126 цивільних справ, 8951 кримінальна справа, 10770 адміністративних справ, 65559 справ про адміністративне правопорушення. В числе прочего, представители областной судебной администрации с прискорбием констатируют, пока не удается раз и навсегда купировать гнилые листья на третьей ветви системы государственной власти. Но работа в этом направлении ведется непрерывно и дает свои, пусть горькие, но все же плоды. Был составлен протокол о коррупции касательно сотрудника Фрунзенского районного суда и Южненского районного суда. Два протокола за прошлый год. Касательно судей, такой информацией обладает прокуратура. Мы судим СБУ и прокуратуру. Дура лекс эт лекс. Древняя поговорка учит нас тому, что закон суров, но это закон, и все перед ним равны, в том числе и наши облаченные в судейские мантии соотечественники. Мы решили выяснить, насколько мнение простых одесситов о законопослушности судей разнится с данными официальных отчетов. Считаю, что очень коррумпированная, и еще как беру взятки. Не все, конечно, всех не, но я просто с этим столкнулась. Я считаю, что нарушают и берут. Хотя я не сталкивалась с судьями, но по разговорам знакомых там и так далее, то да. Убежденно вторят народной молве и видные одесские правозащитники, уже давно и всерьез обеспокоенные вопросами откровенной коррупции и правового лицемерия на отечественной судебной кухне. Тема судебной власти и проблема криминала в судебной власти, она сегодня волнует всех. И прежде всего наше руководство Украины, которое, к сожалению, очень долго раскачивается, чтобы навести элементарный правопорядок в этой третьей ветви государственной власти. Справедливости ради стоит внести в протокол, что многие и многие жрецы отечественных храмов Фемиды не пускают свои аппетиты за рамки казенного жалования, выполняя работу честно и добросовестно. И забывать об этом никак нельзя. У нас есть прекрасные люди-судьи, у нас есть прекрасные работники прокуратуры, офицеры, имеющие личную честь и в милиции, и в СБУ. Евгений Димитраж, Дмитрий Бондаренко, телекомпания АТВ.